Я честно вам скажу, это одна из целей в ближайшее время посетить и Азербайджан, и Грузию, и Армению. И знаю, что сейчас достаточно неплохая почва для всего этого. Я могу похвастаться, что в своем детстве я достаточно много времени провел во всех трех странах и даже ходил в школу, потому что мой папа не однажды был на гастролях и в Баку, и в Тбилиси, и в Ереване. И мне всегда нравились эти страны, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем как-то правильно подвести подготовку и приехать со своими гастролями. В Баку я был буквально недавно, полтора года назад, я снимался в кино Юлия Гусмана. Честно, был очень сильно приятно удивлен, прежде всего, доброте и отношению азербайджанцев к русским. Потому что я не почувствовал никакой вражды, я не почувствовал никакой напряженности, не почувствовал языкового барьера, даже если человек и не понимал там, все, что я говорю, это не отторгало его от меня, он наоборот пытался как бы найти со мной общий язык. Это приятно, это здорово, был приятно удивлен, что люди ночью там в 30 километрах от Баку сидят в открытых ресторанах, кушают. И я спросил, а что касается безопасности, они сказали, что все достаточно на высоком уровне. Это все здорово. Ну а центр Баку, он фактически уже конкурирует с теми же Арабскими Эмиратами. То есть это красота, это громадные просторы, это супер освещение. Вот это все здорово. Если эта информация будет в дальнейшем правильно продвигаться, то бакинский цирк в ближайшее время должны реконструировать. И это правильно, потому что он действительно старенький, он действительно в плохом состоянии. И действительно один из самых посещаемых цирков в мире, потому что я с самого своего детства помню, что только в Баку было по 4 спектакля в день. Ни одна другая страна не могла похвастаться тем, что в течение одного дня 4 раза зритель может поменяться. И эта тенденция продолжается до сих пор. Азербайджанцы очень любят цирк, очень хорошо в нем разбираются. И действительно, цирк очень сильно посещаемый. Но его надо привести в порядок, надо сделать так, чтобы зрителю там было комфортно. Сделать удобный и подъезд, и вообще доступность этого здания. И внутреннюю прежде всего. А во всем остальном, ну, я рад тому, что зритель желает цирка, и никаких вопросов о закрытии, переносе или еще что-то, это даже не начинается.